Постой! Есть еще одна последняя, небольшая деталь, которая будет для тебя знакома. Этого не может быть. Ты мертв, Данте. Ты никуда не пойдешь. Ни одна душа не может покинуть это место. Это запрещено. Им самим. Как же меня от тебя тошнит. Я восстановлю свое праведное место в раю. Мой путь будет проложен грехами людей. А твои, Данте, станут фундаментом моего возвращения. И все то хорошее исчезнет из вселенной навсегда! Пока нет. Я собрал множество душ в этом паломничестве. Душ, которые я освободил из этого ада. И вместе у них теперь достаточно сил, чтобы освободить меня. Отец, мама, братья, простите меня! Это сила, Данте. Мы можем использовать ее. Ты и я, друг. Просто представь, чего мы можем добиться. Я бы не стал этого делать. Данте. Я могу воссоединить тебя с Беатрис. Вместе мы будем править тремя царствами загробной жизни. Этому не бывать. Я не мертв, но я и не жив. Продолжение следует.